Спортсмены сборной Самарской области по регби к тренировкам приступили сразу, как только вернулись в Самару. Расслабляться некогда, теперь нужно удерживать высокую планку. Как только приехал только домой, я сразу начал пересматривать свои игры и находить свои ошибки, анализировать их и как-то... То есть указывать на мои слабые какие-то стороны, то есть над которыми нужно поработать. В национальном чемпионате по пляжному регби участвовало 15 мужских команд. Сборная Самарской области, сформированная на базе спортшколы Олимпийского резерва Министерства спорта региона, впервые стала чемпионом страны. В финале турнира самарцы обыграли главного фаворита – Казанскую «Энергию» 8-6. Руки на финале не дрожали, да, и не было волнений, что там что-то произойдет не так. Парни сделали ровно то, что умеют, и сделали очень хорошо. Большое внимание созданию условий для подготовки спортивного резерва уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В своем послании он отмечал, главой государства поставлена задача подготовить спортсменов для включения их в составы сборных команд. И в регионе созданы условия для развития спорта. По нацпроекту «Демография» спортшколы получают дополнительную поддержку. Так сборная по регби получила 30 мячей. Это действительно было запланировано нами раньше в рамках национального проекта. Есть несколько организаций, учреждений, которые получили эту федеральную поддержку. Два государственных учреждения, ШОР номер 1 и ШОР номер 5. И это несколько видов спорта. Поэтому она предусмотрена по годам. Я думаю, что на следующий год мы тоже определим организации, спортсменов и детей, которые такую поддержку получат. Старые мячи, которые тоже в хорошем состоянии, передадут детским командам для тренировок. Лариса Шлафаст, «События».